Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Не, слава богу, что мы были стрелпилом. Слава богу, что мы были стрелпилом. Скажи, старина, что слава богу. Слава богу, что Паша Техник был стрелпилом. А где мы были? Вы были на шоу «Вынос мозга». Который вел Энтони Уэстерман. Энтони Уэстерман. Уэстерман. Можно я зайду к нему в гримерку и посмотрю, как он бреет бороду сейчас? Ну, он ее укладывает, я слышал. Кстати, здесь был просто вакханалия какая-то приходила. Да-да, не, все хорошо. Девочки вас ищут. А, здесь давай, только... Давай. Здесь Павел, иди сюда. А, извините, пожалуйста. Я поснимаю, давай. Не, нас снимают. Это просто вот, чтобы просто... Это я. А это старый добрый Энтони. Анатолий. Туда смотрите. Что, пожалуйста? Готово. Да. Анатолий, можешь по косячку? Провокационные. Да нет, я знаю, что у вас вон у него мокрый стоит. Вы видели? Да. Вот они, суперзвезды, что творят. Все, ладно, пойдем. А еще танцы на льду. Подведите дрон. Кстати, дайте мифедрон. Короче, мы находились сейчас на студии. Там был Энтони Ли Вассерман, даже не Жак Энтони. Где нахуй? Что ты? Да, пойдем. Да, мы на пароходе, как пидоразы. Стэн, расскажи что-нибудь. Круто. Да, все было неплохо. Да, все было нормально? Да, все охуенски, бро. Анатолий не пришел. Анатолий не говорит, ебал я в рот. Вот он какой. Он крутил валанчик в «Что, где, когда». А не я, блядь. Каково будет «Что, где, когда»? Можно вот один вопрос? Каково это? В телевизионном «Что, где, когда» хуй. Я вообще был всего два раза. Не. Я в спортивном. А, ну, короче говоря, вас на деньги не разведешь. Вам надо, чтобы тру было, правильно я? Вот это человек-кремень, блядь. Не то, что вы там куски говна за деньги продаете своей жопы. Анатолий, блядь, только нахуй на серьезный вопрос отвечал. Со мной был Лил, забыл, как его зовут, короче, пизду. А, Лил Трил, да? Трил Пил, ёпта мать. Да похуй, как его зовут. Главное, что он съебался с кадра, но на улице-то мы его найдем. Мы как раз приехали скинхеды в Гриндерсах узнать, как дела у Трилпила. Я сегодня на работе. Так, сейчас я прячу. Снова. Сделаешь одну? Борис Бурда. Не, привет, Борис Бурда, снимем просто. Опа. Сейчас в рот чуть не дали, блядь. Трилпил, скажи. Мы сейчас в электроугле, короче, на снайперской дискотеке с там Энтони. И человек, который делает бенгеры и не выходит.